члены Совета, уважаемые участники заседания, сердечно приветствую вас на гостеприимной Тверской земле. Обсудили широкий спектр вопросов. Проверяют предметные мнения по актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности. По всем вопросам повестки дня сессии организации договора о коллективной безопасности обмыленной. Разрешите кратко озвучить итоги нашего заседания в Тверском заседании. Были определены актуальные направления деятельности на следующий год. Уважаемые участники заседания, в рамках председательства Кыргызской республики велась активная работа. Прошли совместное с учением неучимого братства в Таджикистане и взаимодействия в России. В результате достигнуто слаженного сотрудничества. Провели ряд крупных учений. В частности, впервые проведено специальное учение «Эшелон» в Российской Федерации. Подсобные учителя Российской Федерации по обеспечению безопасности всего Евразийского региона. Ярким свидетельством этих российского оружия и много весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешний приближенный Ассистан членов ОДКБ. Кыргызстан высоко оценивает вклад Владимира Владимировича по обеспечению безопасности и стабильности российского пространства в рамках нашей организации. В целом можно констатировать, что намеченные планы в период своего председательства организации выполнены успешно. Уважаемые члены, ограничения стратегических наступательных вооружений вносят неопределенно существующие механизмы контроля над вооружением. Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности. Несомненно, 9 мая – день нашей общей победы. Советского государства, мы с чувством глубокой благодарности вспомним тех, кто оставил собой нашей общей родине и проведем крупные мероприятия по случаю праздника. Теперь позвольте мне напряженное. Прекращение действия договора о ликвидации агрессивной имеющей дальности стало новой международной напряженности. Кыргызстан поддерживает усилия в России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности. Армения, Пашинян Никол Бабаевич. Уважаемые
признательность Валерию Анатольевичу Семенникову за активную работу на реализации поставленных целей. Вместе с нашим президентом и определением всех направлений получения вообще общей безопасности стран Украины. Информация для всех массовой информации. А сейчас я бы хотел поблагодарить представителей безопасного мира. Еще раз спасибо вам за поддержку наших правительств. Уважаемые друзья, в дальнем русском составе должны обменяться мнениями по проблемам международной криминальной безопасности, а также